Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Узнаете улочку? Надеюсь, узнаете. Правильно. По этой улочке я бегу за своими внучками в садик. Точнее, за своей старшенькой внучкой бегу в садик. Младшенькие у нас приболели, малышки, а старшая в садике. Я уже тесто поставила. Я им давно обещала, что приеду что-нибудь с печем с вами. И вот, но старшая внучка еще не знает, что за ней бабушка сегодня придет. Представляю, как она обрадуется. Я сейчас пока ее заберу, пока дойдем, тесто поднимется. Ой, счастье будет у моей внучки, что мы с ней что-то сделаем. Ой, в садике никого нету, не гуляют. Холодно, но хотя сегодня тепло на улице, но что-то они не гуляют. Все, бегу дальше. Кому интересно, как и что мы будем с внучками сегодня готовить, что будем выпекать, какие булочки. Оставайтесь с нами и приятного вам просмотра. Прибежала в садик. Софийка хочет что-то показать, что они сделали с подружкой. Also, das ist das Mensch, den gehen wir weg. Oma. Ida Dorschen. По-русски надо говорить. Вот так красиво ты садики сделала, ага. Давайте. Как мять надо, ну-ка. Вот так, молодцы. И вот так. Молодцы мои девочки. Такое мягкое тесто. Вот так, Мари, старается. Так, молодцы, так старайтесь. Мягкое тесто, воздушное, да, девочки? Воздушное, мягкое. О, мы будем воздушные шарики. У нас будут воздушные булочки. Ой, тесто убежало, да? Давайте его обратно. Все, а теперь укутывайте, пускай оно еще немножечко полежит и отдохнет. Укутывайте. Умнички мои, молодцы. Что это будет? Тесто? Да, это будет тесто. Это я вам сейчас покажу примерно, чтобы не на тесто пока подходит. Я вам покажу, как будем булочки делать, чтобы вам легче было с тестом работать. Так. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, вот это вот сейчас, вот это вот тесто, например, да? И мы должны вот напополам и на 6 частей разрезать. Я вам сейчас немножечко покажу. Раз, два, так, три, четыре. Вот тут будете прорезать. Я вам на тесте буду то же самое показывать, да? До конца ножиком, который у вас будет, прорезать не надо будет. Так. Смотри, теперь смотрите, что будете делать. Смотри, Марика. Вот это отодвигаем одну штучку. Вот эти вот штучки будем, сейчас они, я подальше, на тесте будет, на... Ой, Настенька, аккуратно. Поднимайся скорее. Ушла. Смотри. На тесте будет удобнее это делать. Вот эти две будете вот так соединять. Видно тебе? Да. Вот эту обратно ложить. Да? Понятно, нет? Да, теперь смотри, и эту сторону делай так же, Мари, как бабушка делала. Середку сюда. Так, а теперь эти две что делать? Соединять. После этого ложим вот эту. И у нас в результате получится вот такой цветочек, да? Теперь попробую еще раз сама. Так, что надо первое делать? Ну-ка вспоминай. Молодец. Одну сторону сюда откладываем. Эти. Молодец. Соединяем. Умничка. Так. И вторую сторону делаем то же самое, да?
Какую мы теперь... Подожди, это вот так вот должно быть. Какую теперь сюда? Да. Среднюю. Сначала сюда. Теперь эти две соединяем. И наверх укладываем. Запомнила? Вот так мы будем поступать с тестом. Это один цветочек. Сейчас я и тебе дам. А еще у нас будет... Все? Нет, снимай. Сейчас, девочки, я вам сейчас... Еще будет... 3, 8, 0, 0. Тогда все. Смотрите, еще мы будем вот так разрезать. Вот так. Такой квадратик. Разрезать. Смотрите. В середку положим начинку. И крутим вот так вот рулетиком, да? И когда мы до конца закрутим... У нас булочка, вот видите, вот такими этими будет. И будет красиво. Теперь смотри, это листочек с тестом. Так, молодец, молодец, смотри. Молодец, сама крутишь. Молодец, смотри, молодец. Настенька, а мы с тобой еще раз вот сама, да, посмотрим? Да. Вот это будет вот такой кружок. Молодец! Так, эти две вместе, и теперь вот эту опускаю наверх, вот эту отсоединяй наверх, это сейчас они тебе объяснят, что они там видели. Я уже поняла, что это. Теперь эту сюда. Сейчас еще раз, еще немножко потренируемся, и с тестом будет легче работать. Да, девочки? Да-да! Угу. И вот так. Угу. И тогда вот так. Красиво, как он. Вот так вот. Так. Тогда вот эти вот так. Да, соединяем. Ближе, ближе их соединяй. И это тогда вот так я сделаю. Умничка моя, молодец. Тогда это я поднимаю. Да, поднимаем. И я тогда эту соединю. Умничка, соединю. Вот так у нас получился. Такой бантик красивый, да? Да. Теперь уходим. Тебе нравится? Да. Здорово. У нас тут уже пару бантиков лежат. Это у нас Маринка сделала 2 штучки и побежала на танцевальную школу. А мы сейчас с Софейкой и с Настенькой доделаем. Угу. Вот такая булочка. Вот такая булочка, да. Давай бабушка положит ее. Так. Начиночку положим. А как называется наша начинка? Нет, больше. Так прижимать, когда я сказала, вот так накроешь и чуть-чуть с боков. И чуть-чуть вот так с боков. Да, а теперь закручивай. Делаешь еще одну? Так. Сама будешь булочку делать, да? Возьми вот эту шкатулку. Сейчас, подожди. Зафис, с этим тестом так нельзя. Это не плецхин, это тесто. Так. Да. Так. Угу. Так? Да, делай, делай. Да, фишаух. А ты по-русски не говоришь. По-русски? Да, ты же не говоришь по-русски. Вот когда скажешь, ты тоже будешь. Всё. Можно тоже, надо сказать. Говори, можно тоже. Можно тоже. Можно тоже. Сюда сейчас будешь тоже.
Дальше, дальше. Крути, крути. Молодец. Аккуратненько, смотри, прольешь. Молодец, Софи, молодец. Помощничка бабушкина, да? Зафи бабушкина помощница? Такие булочки красивые мы делаем, да? А вкусные какие будут. Они теперь кук. Пекутся, да? Булочки наши такие пекутся. О, она там еще... Такие булочки у нас пекутся. Да, смотрите, какие, пока вы потанцевали, смотрите, какие булочки у нас стали. Красивые? Ищем дальше. Нет, эти мы вытащим, другие положим. А теперь расскажи бабушке, что у тебя тут? Хэнтио. Да, смотри, тут и вот это кто такая? Хэнтио. Да, а по-русски? Му. Коровка Милка. Такая красивая. А тут а сколько у тебя наклеек красивых, да? Да. Ну-ка расскажи бабушке, вот это кто? Тэш. А это? Это косточка для собачки. Да. А это кто? Мазель. А это? Вот эта собачка. Тэш. Угу. Ты их всех знаешь. Рэббит. Ой, как ты всех знаешь. А вот они все. Вот они все три собачки. Капуч. Угу. Ты, мой Маус, когда по-русски будешь говорить с бабушкой? По-русски. По-русски. Моя ты девочка. Ладно, пойдет бабушка булочки посмотрит, да? Что Настенька делает? Покажи бабушке, покажи. Будем играть вместе. Это мое. И там много-много. Одну бабушке, одну тебе, да? Давай стучать, включай. А, мы уже включили, давай. Я сейчас. Ура! Давай. Опа! Давай с бабушкой. Опа! Все, проиграли. Давай заново. Надо денежку заплатить, да? Давай. Опа! Настя, Настя, вытащи сорта. Давай. И опа! 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 Бей еще. Алло, Марийка, потанцевала? Молодец. Стучи. Опа, опа. Ой, ой, ой. Все, теперь мы выиграли или мы проиграли опять? Играли. Проиграли. Если я сама, тогда я выиграю. А вдвоем интереснее. Ой, не надо ее жевать. Иди сюда. Вот так умница танцевала наша. Вот такая балерина у нас. Вот такая балерина танцевала. Я тоже могу. Да. Такие замечательные. Булочки мы испекли с бабушки. Кому понравились наши булочки, не забываем ставить пальчики вверх. На бабушкин канал. Подписываться на наш канал. Всем пока и до новых встреч. Всем пока. А нам приятного чаепития.